Всем привет! Давайте разберем в этом видео, как сделать меш. Что нам понадобится? Давайте откроем Tool. И выберем Pink 3D. Вот это кольцо. Вытянем его. Edit нажимаем. Make Polymesh пока не жмем. И переходим Initialize. Ставим на Z ось. И давайте поработаем вот с этим кругом. Так, немножко сделаем его потоньше. Вот так где-то. Затем S-Divide уменьшим. Вот так. Чтобы кольцо прикольное было. Здесь тоже чуть-чуть уменьшим. Можно вот так вот сделать. Ну, оставим вот так вот где-то на 15. Все, в принципе, все сделано. Жмем теперь Make Polymesh. Давайте теперь уменьшим наше кольцо. И тут теперь будет два варианта работы с ним. Можно работать с деформацией, а можно делать по одному кругу. Давайте поработаем, сделаем дубликат, переключимся на него и зайдем в деформацию. Так, приблизим чуть-чуть. Вот видите, вот это ребро, вот надо их чуть-чуть подровнять, да? Можно ротации это все сделать. Вот так вот покрутить по ось Z. Вот так вот. Также можно работать ротацией, опять же, по X. Вот так. И можно работать по Y. Вот так вот. И будем, можно также сайзом переключаться и работать, вот расширять, переводить его, перетаскивать, вот так вот. Вот можно офсет включать и вот так вот тоже двигать по осям. Нам нужна ось Y, и вверх его поднимаем. Вот так. Вот кольца стоят. Давайте сначала все их вытянем, а потом уже будем делать. Сделаем еще один дубликат. Зайдем в деформацию. И теперь по offset сделаем по Z. Так, по Z не хочет. Пойдем по X. Вот так вот. Выставляем. И делаем еще один дубликат. Переключаемся на него. Опять же деформация, и теперь офсет по X попробуем. Так. Чуть-чуть я сбился, но ничего, сейчас поправим это дело. Вот так выставляем. И давайте вот от этого кольца включим MOV. Переключимся на наше кольцо. Нажмем Ctrl и просто вот так вот вытянем. Все, вот у нас установились кольца. Теперь нужно с ними немножко поработать.
Как мы это сделаем? Теперь будем работать с каждым кольцом. Ставим вот так его. И можно поработать ротацией. Так, немножко так поставим. И немножко вот таким образом. Теперь переключимся на мув. Вот так. И сделаем вот что-то подобие вот такого перевяза. Вот так. Теперь переключимся на другое кольцо. Вот так. И сделаем наоборот все. Вот таким образом. Так. Поработаем немножко ротацией. И опять мов. Так, вот это у нас вышло. И давайте теперь еще вот это кольцо точно так же сделаем. Так, это мы будем теперь крутить ее в другую сторону. Вот так, вот в эту. Чуть-чуть посильнее. И с помощью мув чуть-чуть выровняем. Теперь нужно вот это вот кольцо, вот это. Давайте мы его разъединим, сделаем сплит и сплит то перц. Включим все сабтулы, переключимся на нужное нам кольцо. Так, и уведем его, давайте, вот так вот, подкорректируем. Так. Вот что-то такое у нас получилось.
Теперь нужно сделать вот это все, обрезать. Что у нас тут с сеткой? Так. Давайте все это объединим теперь. Нажмем Merge. Merge Down. И вот так вот. Все объединилось. Поехали по следующему этапу, как будем вот это все преобразовывать. Выравниваем его теперь. Так, смотрим, чтобы более-менее было все нормально. И давайте попробуем все это дело обрезать. Ctrl-Shift. Так, вот эти у нас кольца далеко, далековато находятся. Давайте их чуть-чуть. Так, уже не получится, но... Ладно, пойдет. В процессе потом уменьшим. Так, Ctrl-Shift. И вот так вот Alt. Многовато взяли. Так. Давайте сделаем Make Polymesh. Сделаем выделение и Ctrl-W, одну полигруппу. Теперь давайте сделаем... Зайдем в геометри, сделаем Dynamesh. Так, чуть-чуть резолюцию поставим. Dynamesh. Так, и теперь давайте вот это все обрежем. Так вот обрезаем. Ctrl-Shift и Alt. Вот что-то такое у нас получается. Теперь давайте зайдем... геометрии и зайдем Modify Topology. Жмем Del Higgin и жмем Close Holes. Все, вот у нас заготовочка готова. Хорошая такая вроде получилась, или нет. Сейчас разберемся. Так, и давайте все это сделаем мешем. Polymesh 3D. Все, вот она у нас осталась. Теперь следующий этап. Заходим. Так, это мы отключим, удалим. И теперь зайдем опять в Tool и выберем план 3D. Вот так мы его выставляем. Жмем Edit. И теперь давайте с ним поработаем. Откроем поле F. Вот сетка у нас вот такая. Давайте ее изменим. Initialize поставим. И вот здесь HDivide ставим 9. И жмем Enter. И внизу тоже ставим 9. Так, вот у нас такая сетка получилась. Следом жмем Make Polymesh. Заходим в Display Properties. Ставим дублировать. Следом заходим в геометрии, жмем микромеш и выбираем вот нашу вот эту вот заготовку. Все, жмем ОК. Так, и теперь зайдем давайте в рендер. И вот где-то Render Properties, по-моему. Да, и нажмем Drive Micromesh. Все, нажали и давайте теперь BPR. Посмотрим, что у нас получится. Получится вообще или нет. Вот такая сетка у нас получилась. Ну вот вы видите, когда мы начинаем ее вертеть, кружить, все исчезает. Нужно нажать опять BPR. Так, и теперь жмем Convert BPR to Geo. Вот этот. Все, мы его нажали, и вот у нас теперь сетка не пропадает никуда.
Вот такая фишка есть еще. Так, отключим поле F. Давайте посмотрим, как она тут присоединилась. В принципе, можно использовать для кольчуги, для других способов, для других методов работы. Вот такой способ есть. Можно вот такую деталь сделать иначе, квадратную, треугольную. Ну, в принципе, вывод здесь вот нормальный. Вот он. Вот так вот переплет есть. Здесь ушел переплет. Ну, в принципе, ничего. Вот только вот этот ряд. Вот этот, вот это, эти нормально. Все, всем пока. До свидания. А, сейчас давайте попробуем поменять цветовую гамму. Ну, ничего так. Меняется все рабочее. Вот с двух сторон ее видно. Вот такой способ можно в кольчуге использовать или в доспехах. Ну, в одежде тоже. Юбка там. Вот так вот. А также можно вот с этой модели, кстати, сделать кисть. Нажать вот Create Insert. Жмем новое. Так, теперь нажимаем. Давайте опять план 3D. Поменяем сферу. И попробуем. Так. Попробуем теперь порисовать. Сделаем Make Polymesh. Добавим дивайдов. В геометрии вот это Del Low. И вот так вот. Вот так вот можно ее стыковать. Снимаем. Ну, в принципе, ничего так получилось. Жмем Subtools. Заходим в Split. Жмем Split to Parts или Group Split. И посмотрим, что она нам выкинет. Вот такая у нас сетка получилась. Видите, круглая. Рисунок ушел, так что можно вот это все теперь подобавить. Так, эту можно удалить. Вот, и потом сеткой подкорректировать ее тут. Можно сделать нормально это, вот этим и работать. Все, всем пока. Может пригодится какой-то способ.